Такую услугу, как покраска авто, предлагают многие мастерские. Процесс этот сложный, деликатный и важный. Если в ходе работы нарушается технология, то от этого ухудшаются свойства покрытия. Каждый, кто намерен воспользоваться услугой, должен знать, как проверить качество покраски. Начнем с осмотра. Вы автомобиль должны посмотреть под разным углом, окраска там, где производилась. Если можно, при дневном свете, при вечернем свете. Если можно, попросить, чтобы загнали в помещение. Произвести сверку, как выглядит тот элемент, который окрашен, с соседним элементом. Внимательно посмотрите на лакокрасочное покрытие, есть ли на нем шагрень. Это такие мелкие неровности, которые отбрасывают блики на свете. Если шагрень практически отсутствует, значит детали были хорошо отполированы. В идеале шагрень окрашенной детали или кузова должна совпадать с заводским окрасом. Но если вы увидите в шероховатости поверхности какие-то другие частички там, или вы будете видеть, что из гладкости поверхности не наблюдается, вы должны задать вопрос, потому что элемент должен иметь свойства нового. Самый лучший способ проверить качество лакокрасочного покрытия автомобиля – использовать толщиномер. Его можно взять в аренду. Нормальная толщина заводского покрытия колеблется от 70 до 200 микрометров. Возможно, незначительное отклонение от этих значений. Если вы забрали свой автомобиль, убедились в том, что все хорошо вроде бы на первый взгляд, ну, если вас что-то будет смущать, вы можете обратиться для сравнения или оценки к другому специалисту, в другой сервис подъехать. Помните о том, что трудности могут появиться через некоторое время. Например, лага, имеющая низкое качество, вскоре начнет отслаиваться. Поэтому наш главный совет – заключайте с мастерской договор. В случае возникновения проблемы, они возникают достаточно часто, вы сможете рассчитывать на устранение недостатков. Легкой вам дороги на работу!